Итак, блок питания Deepcool PF450. 80 что? 80 плюс 230 EU. Короче, странный у него сертификат. Зачем, не знаю. Во-первых, это все редизайн, поэтому смотрим на дизайн. Коробка классная, цветы классные. Показываются они правильно, почти что. Немножко зеленоватое все относительно камеры. Так, что у нас здесь пишется? Fan speed указан, все указано, 80 плюс указано. Еще какие-то характеристики тут указаны. 420 вольт, ватт по 12-вольтовой линии. И остальное. Ладно, в принципе, нормально. Упаковка очень даже хорошая. Deepcool, новое лого Deepcool мне очень сильно нравится. Они постарались над ним. И оно очень минималистичное и классное. Внутри у нас что? Вау. Вау, в такой коробке упаковано. Серьезно? Давайте достанем его. Так, внутри у нас там инструкция упала. Инструкция довольно толстая. Зачем инструкция в блоку питания? Не знаю. Ну ладно. А, кабеля подключается, естественно. Блоп. И кабель. Кабель какого качества? Ну, стандартного, стандартного. Неплохого. Неплохого. Коробку убираем. Ага, тут еще такая штучка идет. Wait, what? Да, это отсюда, да. 4 болтика и 4 стяжки. Слушайте, стяжки в блоке питания за такую цену. Слушай, офигенно. У меня он остался в комплекте, сейчас Новый год. Так что я заплатил за него 2400 в комплекте. А, вот, наверное, в обычном магазине, не в Новый год, он будет немножко подешевле. А, собственно, или такой же цены. Собственно, ух ты, какая тут кнопочка. Слушай, ну вот нафига теперь Oracle покупать, когда Deepcool такие красивые? Нафига? Они офигенные, смотри, эта решетка идеально, причем она проветривает идеально все. А, что у нас там вообще по внутрянке? Я могу сейчас включить? Нет, я не могу сейчас включить. А, так, по внутрянке, ну... Мало чего видно. Додуло, конечно, жестко. Сбоку он вот такой вот, синенькая полоска, немножко не надо было синее что-то делать, я так считаю, но может быть и сойдет, собственно, по дизайну, со второго боку зачем-то синюю полоску сделали, и тут, собственно, то же самое у нас дублируется, что и на коробке написано, у нас вольт 420 ватт, блин, за такую цену очень даже хорошо, не знаю, как по нему по внутрянке будет, я, наверное, когда-нибудь его разберу. Что мы тут видим, по крайней мере. Тут, видите, ничего нельзя, кроме как вот этих стандартных их радиаторов. Не особо больших, не, но есть особо маленьких. Эти, что за кондеры? Он сможет сфокусироваться? Азия X, видимо, да, какая-то, да? Да, Азия X какая-то. Что еще тут можем увидеть? Мало чего можем увидеть, я вам сейчас скажу, вот. Не, слишком сложно. Ну, разбирать я его не буду, потому что это будет с гарантией продаваться в компе. Поэтому вот так вот живем с тем, что имеем. Кондёры только посмотрел, и больше ничего. Собственно, наверное, вам стоит обзоры нормальные смотреть, а не мой. Просто распаковка, вот и все. Кабеля все черные. И неотвратительное. Качеством хорошим. Ненавижу Molex как коннектор. Но, тем не менее, PCI 6 плюс 2. Очень хорошо. И не короткие, самое главное. Но блок питания по виду прям nice. Я бы его рекомендовал. Но если денег нету на него, то я не рекомендую Xilinx. А если на Xilinx нет, то DeXP. Ниже нельзя опускаться. Всем пока.